Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Появился на горизонте. Мышь яйцо есть? А? Она, не хочет. Мышь яйцо есть? Правда, что ли? Что-то облизывает она его. Надо же. Ну, попробуем. Попробуем. Что-то похолодало, она что-то это самое лицо облизывает. Ну конечно, что меня надо покусать еще. Куда рванула-то, дурочка? Не ела. Ну конечно, там метку ставить, чтобы кот не съел. Давай, вот оно все. Мне лучше она скорлупу будет долизывать, чем подойдет ко мне. Ну куда ушла-то? А? Какая девка умная это вообще. Ну я для кого я сделал-то, скажу, для кого это я сделал? А? Для кого это я сделал-то? А? Вот она хочет. Ну, чтоб ее не трогали за это. Ну, здесь же много. Давай. Какая она умная. Какая девка умная. Это что-то с чем-то. А? Давай. Не хочет, чтобы ее... Не хочет она, и все. Вот не хочет, чтобы ее трогали. Не хочет она, чтобы ее трогали. Давай. Ну. Мясо она ждет. Мясо ждет она. Ну как что-то, давай. Ну конечно. Ну, давай. Кот-то ждет за дверью, так что ешь все. Вот это что-то не понравилось. Это не понравилось ей что-то. Кого дергается? Вот кого дергается, скажи ты мне. Тоже не нравится. Тоже не нравится, даже закапывать не стало. Давай.
мне сегодня пельмени, тебе побольше взял. Ты же любишь пельмени, давай. Он пельмени прям сразу проглатывает. Сразу не жуя. Не разжевывая. Пельмени она готова в любом количестве потреблять. Пельмени на одном яйце замешаны. Без воды даже. Ну как кого-то вынюхивать меня, ее кормят, она кого-то вынюхивает. Ладно, пельмени закончились. Мало что-то взял. Ай. У нас похолодало опять. Не 30, конечно, но не 10. Тут тоже некомфортно. Ну, все, что ли, наелось? Иди, еще последний кусочек есть. Хулиганка. Так вот-то он сидит, ждет, когда ты начнешь закапывать. Ну, вот уронила куда-то и убежала сама. Угу. Ну, все, пошла прятать. Все, последний, как последний кусочек, она все. Она все, вот надо спрятать, под елочку спрятать надо. Ой, кот-то какой умный, он лапой достает там даже. Даже лапой достает. Ну да. С-под елочки вылазит, спрятала. Давай яйцо поедим, а? Хулиганка. А, хулиганка. Нет, она знает, что за яйцо гладить будет. Знаешь, что за яйцо будет гладить. Поэтому так и дешево не купишь. И за ягодку не побежит. А кот-то побежит. На, и что там? Одну понюхала, другую понюхала. Решила спрятать. Ладно, короче, не хочет она больше ничего есть. Сейчас кота запущу. Ой, на пеньке она прячет прямо. Давай. Ну? Оба-на. Оба-на. Все, кот, короче, зашел. На, хулиганка, иди сюда. Лишь бы коту не досталось. Все, кот, что она тут пороняла, она сейчас все соберет. Кот все соберет. Короче, яйцо она опять есть не хочет. Хочет только, чтобы ее не трогали. Поем только без рук. Только чтобы ее гладили. Ага. Обстановку надо контролировать. Ага.
Конечно, тут все. Чего она даже зарывать не стала, подберет все. Ладно, короче, все на сегодня. Хочет она больше ничего есть. Кот все подбирает.